Это вот это. Да, вот это ж Яндекс, ты только вот это закрывай уже видео выставил. Вот, ага. Краснодаре. Вот заходишь. По улицам Сочи, ну вот, любой новость. И тут бывает с буквой Б, а тут нет. Новости, да? Да. Значит, назад. А блокноте нету. Вот Б, да? Вот, да. Блокнот Краснодар. Угу. Блокнот, да. Угу. И тут любые новости пишут. Не про Краснодар или вообще? Про Краснодар. Ага. Жилье, отдай свое жилье, например. Вот. Угу. Антона Остринского. Исчезла. Угу. Все, нету дела, если он сын депутата. Ну да, да, да. Я вот угадаю, или нет? Точно, 56%. Все, нету дела. Ну что, всем доброго утра. Я сходила в душ, сделала себе такие непонятные кудряшки. В общем, как всегда, а-ля мокрый эффект, когда не расчешешься. Ну, по крайней мере, мои волосы вьются, поэтому на них есть такой эффект. Целый день льет дождь, поэтому будем варить борщ. Все, протерла камеру, а то мне показалось, что как-то все мутновато. Вот, сейчас, в общем, сварила я... Вчера я пообрезала мяско, и там были косточки баранины, так что сейчас сварим борщ на баранине. Пока я тут в душ ходила, немножечко на плиту надо будет промыть. В общем, все, бульон готов. Сейчас все процежу, потому что ничего не снимала, ни пенку, ничего. Тут все бурлило просто на супер быстром огне. Так что цедить обязательно. Все, я вытащила мяско, достала. Все процедила. Даже какая-то косточка там отпала от мяса. И вот такой вот теперь красивый чистый бульон. Картошка уже там. Сейчас немножечко подсолю, будет вариться. Все, я, в общем, без зажарки делаю борщ, как всегда. То есть, если есть у меня бульон, то у меня борщ просто все вареное. Без зажарки, все овощи вареные. Кто-то мне когда-то написал в моем старом-старом рецепте о борще, что это вообще какая-то каша, я даже не помню, как это звучало, но, блин, кулинария, мне кажется, это то, что вообще сочетается несочетаемое, вкусы, цвета, консистенции, поэтому, мне кажется, кто как готовит, и рецепт борща, это вообще что-то такое народное, у каждого он свой, поэтому я думаю, что не стоит... Вот, обращать внимание на такое, готовить как мы, как каждый любит, как каждый привык. Так, все, борщик готов, Григорий уже обедает. То, что уже пора ему. Сегодня сколько у тебя уроков, Гриш? Четыре? Ну, у меня три, потому что мы один урок прогуляем на тренировку. На репетицию? На репетицию. Так вы репетируете все-таки? А когда это, 22-го? 22-го вроде. Ну, я спрошу. Ты спроси, потому что у тебя же что-то там в Кореновке какое-то выступление. Надеюсь, не утром. Ну, ты просто узнай, хорошо, во сколько здесь, и мы узнаем, во сколько в Кореновке, ладно? Борщик готов, немного настоялся, так что будем сейчас тоже. Если же не приедет обедать. Вот, так, Гриша, телефон. Ты ничего, все хорошо. Голову помыла. Я еще видел фотки сразу головы. А, ты сразу увидел в инстаграме? О, щекотно. Ну, Зоя, не щекотно. А что ты снимаешь? Пока. Я тебе борщик наливаю, Сержан. А? Борщик наливаю. А с чем? С бараниной. Ага. Так, ну что, сейчас расскажу про вот эти вот пряники, которые вот так вот поблескивают. Типа витраж, что ли, как-то так это все называется. В общем, когда я заливала все толстым слоем, вот посмотрите, то ничего на самом деле не получилось. Здесь очень много вот этой жидкости, и она вот так вот взялась пузырями. В общем, какая-то странная, не блестящая. Вот здесь вот был такой тоненький слой, действительно, как у витража, и он вот так вот блестит, но... Сейчас вот я второй раз попробовала серым, сделала контур и розовым также залила небольшой слой, чтобы высохло. И стараюсь не класть в духовку. Вчера пробовала в духовку. Может быть, из-за этого здесь есть вот такие вот, видите, штуки. Но на самом деле уже оно не твердое. То есть это не как карамель, но
Мне кажется, что скоро она уже даже не будет липнуть. В общем, ждем еще, экспериментируем. Вот такой вот наборчик с Мишкой Тедди будет. Осталось только на сердечке придумать, что написать. Вот, так что думаем. Френчики испеклись. Это будут топперы на палочках и вот эти вот с пожеланиями. Так, а сейчас буду смонтирую видео, пока все подсыхает. Пока не замешала новый айсинг, потому что... Знаете почему? Потому что не хочу до 12 сидеть потом. Так, все смонтировала, теперь все... Как это экспортируется, в общем, на компьютер. Надеюсь, что все нормально, никаких ошибок не будет. Так рада, вот это заветное окошко, вот оно, что все видео. Экспортировано. И вечером поставлю выгружаться. Сейчас буду уже расписывать новые пряники. И все, по-моему, уже доделала, которые нужно было кисточкой расписать. И сейчас буду пробовать новые. Ну, вот, которые я только что испекла. Будут бирюзовые сердечки. Вот. Допишу еще тех мишек вчерашних двоих на большом сердце. В общем, буду работать. Только нужно сначала перекусить. Свежий банан. Он такой мягкий, его даже в сухомятку хорошо. Да? Да. Такси. А ты что хочешь смотреть? Правда? А я Элеон могу посмотреть. Так, а ты можешь сесть и покушать, взять даже сметанку, если хочешь. Включай. Мама, ну акука. Нет, ты не акука, садись хорошо акукой. А только ножку опустил? Да. Так, ну что, по эксперименту с вот этим вот витражом. То есть его нужно прям тонким слоем, сейчас вот покажу вам, прям очень тоненьким, тогда все блестит, все именно такое вот, как небольшие стеклышки. Вот это вот то, что толстым слоем, это просто капец, это все, оно сейчас застыло, оно уже не липнет, но вид у него, вы понимаете, что это явно не стекло. А здесь вот такая вот заливочка, как раз блестящая, глянцевая. Вот мне нравится. Нужно пряник попробовать сделать в такой технике. И вот это вот все я уже пробовала, кушала. Что хочу сказать, очень даже неплохо. По вкусу, никак по вкусу. То есть там очень тонкий слой. И оно даже тверденькое. Ну, то есть оно не как на вкусовые качества пряника не влияет, просто вот такая вот интересная у него, интересный вид, какой-то новый. Я хотела, в общем, уже заливать пряники, уже делать все, но нет сахарной пудры, Сержу не должен приехать с работы, привезти. Он быстренько забрал детей, привез и уехал опять на работу, так что мы его ждем. Вы что тут делаете? Соревнование, кто быстрее 5 раз возьмется. Пока что Афоня с Антошей ведут. Я проигрываю. Ты ведешь? Да, выиграл. Раз, два, три. Накито выиграли, а я выиграл. Да? А, нет, я не тогда нашел. Ну пусть Антоша нажимает. Ну ты считай и говори ему, когда нажимать. 4 секунды 71 миллисекунда. Угу. Мама, посмотришь, как я. Угу. На камеру только. Давай. О, сейчас я запишу. Подожди. Давай я нажму. Гриш, куда нажимать? Подожди. Дай. Не, то, что не то. Афонь, ты готов? Антоша, где твой носок? Ясно. Так а где он? В стирку хоть пойди его положи. Я стирку положу. А второй ты не думаешь снимать? Так, Афоня, ты готов? Да. Так. Ну что, Афонька, быстро там. Так, готов? Да. Раз, два, три. 2 секунды 31 миллисекунда. 24-й тайм. Нет. А вы
быть, сынок. Блин, он скоро выиграет. Какой я не смелый. Вот какой я не смелый. Да почему ты такой не смелый, сынок? Гриша! А то что ты? Если у меня одна, значит я выиграю. Давай. Подожди. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. 3:60. 3 секунды 60 миллисекунд. О, мама Лика. У меня второе место. У Гриши третье. А у меня первое. Да, у Афони два первых. У меня одно первое. Потому что у Афони там три, а у меня... Это тоже. Тут по местам. Так, получается, смотри, сейчас считаю. Так, Афоня нет. Во втором он не выиграл. Я не выиграл, я третье. Так, Афонька первая. Ты второе, Антош. Давайте еще что-то на время сыграем. А, давайте. А теперь давайте пять выпрыгивать. Не, давайте. Да, давайте. На время. Кто первый? Мама, вот, я. Вот так. Мама. Мам, все, иди. Готов нам кушать. Я вам уже приготовила. Я уже на каратэ готов. Он уже в домике. Да. А Фаня, ты его напугал. Ну, вот ты его чуть туда вот дырку продвигать. Чтобы он ту дырку не завозил. Это заснил ты еще. Я успел. Папа на место? А, это Афоня на папу на место, да? Да. Ты сегодня на волейбол едешь, нет? Нет. Нет? Если я знаю ответ, то зачем я спросил? Сегодня же этот собрание у Гриши на карате. Ты же зашли. Я там хорошо, да, веду? Да. Какой кислый! Вкусный лимон такой кислый? Да. Ты что, его ел, что ли? Зачем? А Мика вот так делал. Ты так делал? Да. Приятно, когда дети кричат: «Мама, а есть твои прянички, да? Есть лишние, они говорят мне. Есть лишние прянички? Есть лишние прянички? Да. Где они? Ну, уже нет. Уже нету? А куда они пропали? Мы, наверное, их съели? А как это так вы их съели? Мы нечаянно? Да. Так, мы уже с карате приехали. Вот это наш специя. Специальные гости. Гости. Летних сборов. Угу. Летних сборов. Так, в общем, это всем мама. Покажи, будет зимний летний лагерь, да? Опять в Аквалу. Вот. А что тебе просто так можно ехать? Просто так с тобой. Цена. Папа наш сказал, покажите мне вот это вот. Сразу. 24.00. Что за маму, что за сына. А то я тоже хочу туда. А что, у нас тоже тренировки будут? Не знаю. Нужно оплатить штраф. Меня сегодня оштрафовали. Это какой? Второй раз в жизни меня оштрафовали, да? А первый раз помнишь, когда Антошка был маленький, помнишь? Мы на прививку выехали. В общем, меня, да, за 10, получается, лет, даже уже больше, скоро за 11, два раза оштрафовали. Так что надо будет оплатить в течение 20 дней 50%. Пап, прикрути, у тебя телек громче меня разговаривает. Знаю, тебя не было. Наши покупки, в общем, заехали после того, как милиция нас уже оштрафовала в люкс. Так, что маску. Что еще у нас? Сливочное масло. А, два огурца, ну вот один из них. Сливочное масло. Дальше сосиски, какие-то как будто бы белорусские, ну не знаю. Будем пробовать, я 15 штук купила. Они просто длиннее, чем обычно. Они вот, знаете, похожи по форме, как будто в Икее в хот-догах. Черный только хлеб был.
Ну, это даже хорошо, я люблю черный хлеб. И еще один огурчик. Все, убираемся в холодильник. Же приятно лежать со своим мальчиком, когда у нас пекутся прянички, да? Мы дома прянички печем. Скажи, сынок. Да. Смотрим мы «Голос дети». Так, ну что, кто сегодня выигрывает? Потом я с папой до 9. Я это выиграл. Папа, мама, 4. Ты до 4? Да. Мама, ты так умеешь, а папа я пока сделаю один раз. Я-то так не могу. Нет, какой я не могу. А ты там умеешь, как я? Нет. А я да, потому что я шпагат делаю. А ветерек какая? Да у нас наклон, подожди, в мою сторону. Он все время в твою катится? Да, он... Он стоит у тебя. Аля, найди! Блин! Давай, давай, Гриша, защищайся. Да, как он так сыграл, четко. Аля, отойди. Я сейчас буду тебя показывать. Ай, 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 ай. Бля, он сам сыграл. А ведь кило. Двигай нормально. Нет, нет, давай коленки в ногу, прямо. Раз, два, нет, нормально. Гриш, Гриша. Пять, шесть. Вот, молодец. Мама, ты сейчас увидишь, как папа приседает. Вот папа сел и все. И присел. Следующий. Я за спортивное упражнение. Да.